Мариуполь стало. Ну, я думаю, что после того, той победы, которую мы добились в Мариуполе, команда себя чувствует очень хорошо. И сейчас идет интенсивная подготовка против «Зари». Ну, естественно, приоритет отдается игре в субботней, потому что таким образом, если мы наберем 3 очка, мы уже приближаемся к «Шахтеру». Был день рождения вчера у Жуниора Мораеса, твоего друга. Расскажи, как, в принципе, как команда его поздравила? Ну, primeramente, por la mañana le mandé un mensaje. Утром я ему смс-ку отправил, поздравил. И luego aquí con el equipo el famoso pasillo lo hicimos y... А здесь команда ему, как обычно, традиционно сделала коридор. И por la noche estuvimos compartiendo con la familia. А вечером мы собрались с семьями и поужинали.